Всем привет, ребята, Кент пока на проводе, и сегодня будет просто полный трэш, потому что меня попытались обмануть на мой же аккаунт. Ребята, говорю сразу то, что это видео 100% не постанова, то есть все реально так было, я вам обещаю. То есть на кону ставлю свой аккаунт, если это постанова, то можете забанить мой аккаунт, разрабы. Этот школьник по-настоящему мне написал в ВК, пишет: «Го, прокачаю твой аккаунт». Ну и короче, дальше вы сейчас все сами увидите. С вас я просто прошу, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Я вас очень прошу, надеюсь на вашу поддержку. Ну что же, поехали! Ну что же, ребятки, история начиналась именно так. Мне школьник пишет: «Привет, хочешь в рубрику «Что купит школьник за 3000 голды»?» Притом он мне писал на мою страничку Кента ПК, Илья Кент, там где у меня, 20к подписчиков. Я вообще не понимаю, на что он рассчитывал, но, ребят... Ну как можно быть насколько глупым писать на основную страничку мою? Ну ладно, ничего страшного. Пишет: «Сколько тебе лет?» и «Гост скрин инвентаря». Я ему кидаю скрин инвентаря, и я понимаю до сих пор, что он то ли не понимает, что я Кент, то ли он думает, что я такой наивный. Ну и короче, я его позвал в Дискорд. Вот-вот-вот мы с ним переписываемся, дальше он полчаса заходил в Дискорд. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Короче, мы же с ним пошли в Дискорд, я ему сказал, что якобы я брат Кента, попытался даже немножко изменить голос, говорил вот так: «Я брат Кента». Ну, вы поняли, да? Попытался немножко изменить голос, но... Рофл в том, что он очень наивный, очень глупый. И самый большой рофл в том, что он полчаса вводил логин и пароль. Я не знаю как. Он, короче, логин и пароль переписал на листочек. Потом с листочка вводил постоянно что-то неправильное. Я, наверное, минут 20 сидел с ним в Дискорде и помогал ему ввести логин и пароль от моего аккаунта. Алло, слышно? Да, привет. Меня слышно? Да, тебя слышно. Возьмешь меня, пожалуйста, в рубрику? Я очень мечтаю о себе о новом ноже. А каком? Я себе хочу Dragon Glass. Можешь, пожалуйста, дать? Дай, пожалуйста, свой логин и пароль. Можно как-то... без логина и пароля, пожалуйста. Это невозможно, потому что у меня на карте деньги лежат, а их... А ты можешь мне на карту скинуть, а я с этой карты пополню себе? Стрим, ну я же ютубер, я должен тебе задонить. Сколько у тебя подписчиков? Ну, канал Deep, у меня подписчиков растет по 1000, 63 тысячи или 62. 62 тысячи? И подожди, а ты не обманщик? Ты честный? Да. Просто я этот аккаунт очень долго собирал. Это мне дарили, получается, родители деньги на день рождения. Я все деньги донатил. Поэтому, это точно все честно. Я же ютубер. Ты можешь мне страйк кинуть. В принципе, да. Ладно, все, я пишу. Смотри, вот это логин. Погоди, а где ты написал? В личных сообщениях тебе в Дискорде. Логин, видишь? Угу. Сейчас напишу пароль. И на этом моменте я подумал, что он меня спалил, но не все так просто. Я знаю, что это ты, Кент АПК. В смысле? Да, я знаю, я пришел по твоему каналу и видел, что это ты. Нет, я не Кент, я его брат. Ну и брат. Ладно, прокачай, пожалуйста, мой инвентарь, это моя мечта. Пожалуйста, прокачай. У тебя и так богатый инвентарь. Прокачай, правда, ты мне пообещал. После этого я ему, наверное, минут 30 диктовал по буквам, по цифрам пароль. Он никак не мог его просто взять и ввести. Да я не могу войти, тебе говорю. Как ты не можешь войти? Можешь войти. Все правильно, смотри. Так, Google. Это логин сверху, а снизу пароль. К нему мамка пришла. Конечно же, я ему писал логин и пароль не от своего аккаунта. Я не дурак. Я попросил подписчика, дабы он все создал. Большое спасибо Ернару. А тебе там
сделать, как его... Я хочу... 1000 голды или что-то? Давай 3000 голды лучше. У меня нету 3000. Ну давай 1000 тогда, хорошо. Сейчас, погоди, братан. Давай, братан. Я не Кент. Кто-то есть? Я Дима, я не Кент. Я же его брат, я тебе говорил. Здесь написано Кент именно. Ну я говорю, я с его компьютера сижу, я что тебе сказал. Меня Дима зовут. Ну, Дима с Донбасса. Далее он зашел на мой аккаунт и понял, что мой аккаунт первого уровня только что созданный и начал сливаться. Но, ребята, не тут-то было. Че? В смысле, ты что, хочешь меня обмануть? Нет. Так, подожди. Потому что я не могу. Так как, я тебе написал пароль. Кент, АПК, топ и знак доллара. Ты ж потом меня взломаешь. Как я тебя взломаю? Не знаю, все испортишь мне здесь. Я тебе ничего не испорчу, давай прокачивай, ты пообещал. Или я кенту расскажу, все, давай прокачивай. У тебя почему-то здесь ничего не лежит. А какая разница, донать мне, ты мне обещал задонатить. Но у меня же прям на счете лежит голда. Ты мне пообещал задонатить с карты. Вначале ты мне сказал, не обманывай меня. Да, я сказал, что я у меня на счете лежит. У меня на карте деньги лежат. Не могу. Почему? Неправильный пароль карты. Какой пароль карты? Ты мне обещал задонатить. Давай донать. Я пытаюсь, я не могу же тебе говорю. Слышь, ты что, меня хотел обмануть? Нет. Все. Техана, я зову кента. Кент, иди сюда. Алло, так. Короче, я все это снимал на видео, и я тебе даю ровно 5 секунд, что ты признался, что ты хотел просто-напросто обмануть. Признавайся, иначе я делаю видео. И полю твою страничку. Ну и делай. В смысле? Ну и делай. Ты хотел обмануть. Ты хотел меня обмануть. Да. Ты, не скрываешь этого. Да. Ну, и ты хотел меня обмануть, так и Керамид Голд. Ты, адекватный человек? Обманывать других людей? Но это низко, не? Ну, как бы меня тоже обманули, я мщу теперь. Какое мщу? Ты гонишь? А если тебе по дверь насрут, значит, ты тоже всем будешь по дверь срать? Чё это за логика такая? Кипец, я не знаю, как можно быть таким, как ты? Все, чувак, просто зря. Я просто всё это снимал на видео, я еще думал не публиковать видео. Но теперь, после такого, что ты признался, все, будет видео, просто жди. Ой, чувак! Че такого ржешь, а? Просто скажи, сколько людей ты обманул? Так, сколько я людей обманул? Где-то 4 человека уже. 4 за... человека? За 3 дня есть. Уже 4 человека, у которых есть леги и эти, как его, арканы. Офигеть, реально? Да. Да ну. Но тут, ребята, уже пошел байт от кента. Я решил узнать его ID. Блин, а можешь их показать? Какой у тебя ID? Я с карбона поднялся до некромансера. Да не может быть. Он какой у тебя ID? Скажи. Я посмотрю. Не верю. У меня ID 300844 и 2-0. Самый простой ID в мире. И во всем столке. Хорошо, добавляй меня в друзья. Я сейчас посмотрю. Я не верю, что есть некромансер. Сейчас захожу в игре. Давай. Принял? Смотри, я тебе сейчас скрин скину. У меня на счет инвентарь. Вот, я верю, подожди, прими, давай. Просто прими заявку, друзья. Можешь принять? Окей, сейчас. Давай. Меня здесь... Меня вот киданули, я писал разрабам, мне разрабы нифига не помогли. Теперь я мщу и разрабам, и всем. Ну, чувак, ты понимаешь, что это неправильно. А, все. Ну что, закрываю? Все, ты принял? Да. Так. Ты подключился. Да, сейчас да. Сейчас я тебя свои... Все, тише. Все. Ребята, официально. Я обращаюсь именно к разработчикам, которые будут смотреть данное видео. Ребята, этот школьник насколько тупой. И это видео не постанова, я вам клянусь. Он спалил свой ID, поэтому, пожалуйста, дайте ему бан. У меня есть все переписки в ВК, я все покажу. Этот школьник обманывает людей на аккаунты. Только что проверил на его ID. Он такой тупой, даже мне ID свой скинул. Короче, ребятки, бан ему навсегда. Вот его ID. И, пожалуйста,
просто забаньте. Я очень прошу, там, кто смотрит около или еще кто-то, вот, я вам отвечаю на все, что у меня есть, это видео реальное. Ну что же, ребята, большое вам всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на канал Кента ПК. Я очень надеюсь на вашу поддержку, потому, пожалуйста, ребята, ну, лайк и подписка — это 2 секунды дела. Но я постараюсь для вас снять приложение, потому, пожалуйста, поддержите меня. Ну что же, с вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем пока. Никогда не верьте вот таким вот разводилам.